Хасавюрте с началом учебного года свою профилактическую деятельность развернула межведомственная лекторская группа, созданная при антитеррористической комиссии муниципального образования город Хасавюрт. 26 сентября на базе многопрофильного колледжа состоялась первая встреча группы со студентами. В состав лекторов вошли представители муниципальных отделов по физической культуре и спорту, по делам молодежи и туризма, управления культуры, а также правоохранительных органов, социальных служб, религиозных объединений и общественных организаций. Мы хотим, наш отдел и все мои работники, хотим вовлечь нашу молодежь в творческую деятельность, развивать ваши творческие способности. В этом направлении отдел проводит огромную работу в плане проведения конкурса. Вот, допустим, у вас ближайший конкурс, в котором, я надеюсь, вы будете принимать активное участие. Что касается вашей занятости. Да, вы определенное время находитесь в стенах этого колледжа. Далее, наверное, кто-то из вас посещает спортивные секции. Слышали, наверное, дворец культуры «Спартак»? Да. Слышали. Вот во дворце культуры «Спартак» на сегодняшний день функционируют 9 студий, абсолютно бесплатно. Студии, которые развивают вас в плане. Там есть, в общем, студии и для девочек, есть и для ребят. Основными темами, обсуждаемыми на собраниях, становится злоупотребление спиртных напитков, наркотических и табакосодержащих средств среди молодого поколения. Как отмечают специалисты, статистика негативных факторов, создающих угрозу подрастающему поколению, неумолимо растет, а значит, нужно быть готовыми к ним. Хочу вам напомнить, что бывают два вида ответственности, не знаю, кто знает, кто нет, административная и уголовная. Она, эта ответственность, наступает с 16 лет. Постановка на учет означает что? Что мы по всем базам данных направляем ваши данные в ИЦ Дагестана, ИЦ Дагестана, информационный центр. Соответственно, направляют эти данные в ИЦ МВД всей России. И по окончанию учебного заведения какого-то типа школы, вы, например, многие хотите поступить, пойти в армию, где-то устроиться на хорошую работу престижную, к нам приходят запросы. Состоял такой-то человек у вас на учете. Мы, например, пишем ответ, что да, кто-то у нас состоял. Соответственно, к вам, вам путь закрыт в армию, на хорошую работу, в хороший институт. И, соответственно, ваша жизнь уже не так построена, идет не тем ходом, как вы, может быть, планировали или хотят ваши родители. Тема терроризма не перестает быть актуальной в последние два десятка лет. Последствия этого явления – сотни загубленных жизней и пострадавших. Часто молодые ребята становятся марионетками в руках опытных вербовщиков. Кроме того, молодых ребят предостерегли от действий, которые могут повлечь за собой административную или же уголовную ответственность. В минувшем учебном году представители межведомственной лекторской группы провели более с полусотни подобных встреч среди общих среднеспециальных образовательных учреждений, а также трудовых коллективов городских и республиканских ведомств. Бурлия Цамбиева, Саман Гакаев, информационная программа «Пульс».